Традиционное состязание на звание лучшего работника дошкольного учреждения проводится в муниципалитете с 2000 года. Однако в последние два был сделан перерыв. Возможно, именно поэтому мероприятие получилось столь масштабным. Тот наполненный зал и тот факт, что в конкурсе из 29 детских садов приняли участие 20 конкурсантов, говорит о многом. Это говорит о том, что все ждали этого конкурса, что все по нему скучали. Собравшиеся в зале зрители и болельщики стали свидетелями сражения четырех финалистов. Но сначала всех работников дошкольного образования поблагодарил первый заместитель главы администрации Ленинского района Дмитрий Волков. Спасибо вам за ваш труд. Я уверен, что у вас и в дальнейшем всегда будет получаться. А мы будем равняться только на вас. Поэтому сегодня пришли на этот замечательный праздник. С праздником вас всех! Вместе со своими командами финалисты готовились в течение двух недель. Придумывали тему домашнего задания, подбирали костюмы, учили песни и стихи. Волнения нет. Благодаря своим родителям, коллегам, благодаря их помощи, абсолютно никакого волнения нет. Все получится. Членам жюри предстояло оценить участников в трех этапах конкурса. Визитная карточка, конкурс педагогического мастерства и задание на находчивость, в котором необходимо было проявить фантазию и на ходу сочинить сказку. Перед тем, как объявить финальные оценки, жюри покинуло зал, чтобы осмотреть выставку-презентацию, подготовленную каждым из финалистов. Лучшие работы позволили добавить заветных баллов в общую копилку. Для меня воспитатель – это тот человек, который закладывает в ребенка функциональные, прежде всего, вещи. Это любовь к родине, к своей семье, уважение к старшим. То есть для меня вот такие вот, скажем так, старые ценности, которые, ну, неизмеримы временем, для меня носят первоочередную приоритет ценности. То есть все остальное уже сопутствующее, скажем так. С нетерпением все ждали торжественный момент объявления имени победителя. Куприянов Роман. Роман и его команда проделали огромную работу и заслуженно победили. И вот они, первые эмоции победителя. Я не ожидал. Мы очень хотели. Мы всем нашим коллективом трудились ради этого. Это не моя победа, это победа нашего детского садика. Поэтому эмоции меня просто переполняют. Я не знаю. Я самый счастливый человек на свете. Несмотря на то, что обладатель главного приза только один, все финалисты были награждены почетными грамотами и памятными подарками. Дмитрий Книга, Владимир Бижонов, Сергей Ларин, Видное ТВ.